Смачні карамелі можна варити у себе вдома, треба лише знати деякі секрети виробництва і правильні рецепти. А сьогодні ми поговоримо про хобі, яке стало справою усього життя, тому що до нашої студії прийшла Олена Габайдуліна, майстриня з виготовлення карамелів, смачних цукерок, і принесла з собою, звичайно ж, до нашої студії карамелі. Можна пити сік, будь ласка, фреш. Благодарю. І їсти карамельки. Сьогодні ми спробуємо, скуштуємо, мабуть. Так, звісно, сьогодні ви попробуєте. Олена, я рада, що ти сьогодні прийшла до нашої студії. Дякую тобі. З приводу взагалі карамелів, то, мабуть, окрема така справа, як навчитися будувати свою справу взагалі, в цілому, так, використовуючи лише цукор і воду. Ось так. Як тобі вдалося зробити такі об'єми, як ти взагалі вийшла на ціле виробництво? Ну, вообще, на самом деле, любой бизнес можно начинать просто со своего хобби. Для меня карамель – это было хобби, я настолько вот прямо воодушевлена была и вспомнила, опять-таки, как я в детстве любила варить карамель, и постепенно стала искать эти рецепты карамелек, пробовать и интегрировать в свои рабочие процессы там, где я работала. И потом уже, когда мне уже просто друзья говорили о том, что необходимо сделать мне карамельки, и уже как-то задумалась о том, что пора уже заниматься этим более профессионально. Угу. Ну, ты знаешь, справді хобби – це добра справа, але ж люди завжди бояться. От бояться починати, бо думаю, що можуть не потрапити, наприклад, на той ринок, який є на сьогодні, а він дуже жорсткий, жорстка конкуренція. Не лише ти вариш карамель, хтось іще варить, хтось може тобі десь там підставити ніжку, як то кажуть. Так? Тобто не завжди люди розуміють, що це все буде вигідно, на 100% вийде, і що ти будеш майстром своєї справи. Ну, вообще, знаете, есть такая хорошая поговорка, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я считаю, что нужно делать дело, то, которое тебе приносит удовольствие. И для меня, вот если ты занимаешься любимым делом, которое тебя наполняет, приносит удовольствие, ну, неимоверное прямо, то деньги, это, знаете, как автоматически потом будут приходить. Они не обязательно прямо сразу будут приходить. Главное к этому стремиться и идти по своему пути реализации. Есть же даже такое исследование, что нужно как минимум 10 тысяч часов заниматься делом, в котором ты хочешь стать специалистом, и только потом ты станешь специалистом. То есть представьте, какой это огромный пласт времени должен пройти, чтобы ты стал прям мастером своего дела. Гуру. Гуру, да. Но опять-таки, ведь каждый год что-то новенькое появляется. То есть ты не должен сидеть на месте. Не бывает у любого специалиста и мастера временного отрезка, когда ты всего достиг и все. Мы постоянно учимся. І справді, якщо вже зупинитися, то все. Мабуть, да, на деякий час можна зупинитися трошки, але ж для того, щоб з новими силами піти вперед. Ну, это как, знаете, вот когда музыканты берут творческую паузу для того, чтобы написать музыку. Также может взять и карамелье, или любой человек, который занимается своим хобби, небольшую творческую паузу для того, чтобы что-то новенькое раздобыть или новенький какой-то рецепт опробовать. Вот разве что ради этого можно остановиться. А так необходимо постоянно развиваться. И я бы сказала, мой секрет того, как это получилось, это в первую очередь не бояться рассказывать всем. У нас в основном проблема, если ты чем-то новеньким начинаешь заниматься, встречаешь старых своих друзей-товарищей, и ти не розказуєш о своєму там хобі. Ну, як же у нас люди ж бояться, бо скажеш, десь там, можливо, не вийде, а ти вже все розговорив. Ні, ну подождите, ви ж вже почали, правильно? Тобто, якщо вже я заявила себе, що я там фея карамелі, то я всім розказувала о том, що у мене є карамельки, я можу займатися карамелью. А якщо б я не говорила, як би обо мені узнали? Тобто, наша проблема, що ми не говоримо. Нужно, вот, очень, да, страх побороть очень сложно, я очень тоже боялась, но мне, может быть, помогло вера в себя. То есть даже если в вас никто не верит, вы должны в первую очередь поверить в себя, и тогда все получается. Ти знаєш, я справді дивуюся тобі, бо я бачила, скільки разів ти проводила безкоштовні і майстер-класи, і роздавала цукерки і дітям, і військовим, і стільки всього ти робила, і разом з ними ти любила ці цукерки. Ну, усе-все ти намагалася зробити так, щоб просто тобі від того, мабуть, не знаю, просто бонуси йшли. Просто тобі. Не фінансова винагорода, а просто так ти це робила. Ну, взагалі, я вважаю, що кожен
наши действия, это, если рассматривать со стороны пиара и маркетинга, то не бывает действий, которые не приносят пользу. А если рассматривать со стороны души, вот разные есть типы людей, да, которые хотят все рассмотреть только с позиции зарабатывания денег и с позиции кармы. И то работает. Для денег, ты, если чем больше ты делаешь, тем больше людей ты охватываешь, тем больше о тебе знают, это своеобразный пиар. Но есть же позиция, когда ты что-то делаешь, благие дела от чистого сердца, то есть же такое понятие, знаете, как делай добро, и оно к тебе вернется. Да. И причем оно возвращается неожиданно. И тот пласт работы, который ты сделал бесплатно, в тебе практически той же суммой и возвращается. Вот я заметила, провела аналогию, заказы сразу после этого идут. То есть я всегда соглашаюсь, когда у меня есть время, расписать на благотворительные мастер-классы, и потом так удивляюсь, замечаю, что потом сразу быстро все забивается после них. Благодійні акції ти кому влаштуєш? Ну, я вже так, я знаю просто, що це військові, це діти, в лікарнях у тебе теж така є практика. Благотворительные фонды. Я стала сейчас даже читать лекции вот молодежи где-то в возрасте от 11-12 лет, когда уже первые такие задатки, они начинают увлекаться чем-то. Я даже в благотворительные фонды стала приезжать с мастер-классом по карамели и лекции, когда я рассказываю, как не побояться, как заниматься своим хобби и не стесняться. Потому что вот подростковый возраст – это тот период, когда детки просто очень боятся говорить что-то. Они не впевнені в собі. Да. И как только одна якась маленькая проблема зіштовхується, вот так вони на їхньому шляху з'явилася, все, дитина закрилася в собі, вона вже не буде нічого робити. Можна забути про ту справу, якою вона займалася. І дуже шкода, коли діти втрачають свої можливості. Да. На самом деле тут очень важно, чтобы взрослые, которые их окружали, деток, чтобы они их поддерживали. Потому что мы-то взрослые, мы же понимаем, что вот когда мы начинаем ходить, мы же не прекращаем от этого учиться ходить, если мы падаем, а падаем мы очень огромное количество раз. То есть мы учимся и в итоге начинаем все-таки ходить. Так вот, свое дело или любое хобби, или любое творчество, это вот сравни, как научиться ходить. То есть ты можешь просто отказаться и всю жизнь лежать, хотя ты умеешь ходить. У тебя есть, ну, у каждого есть предпосылки практически, если не рассматривать какие-то заболевания, да. И просто хобби. Ты берешь и отказываешься от своих начинаний. А если чем больше ты делаешь, чем больше ты ходишь, причем я даже вот использую, у всех у нас интуиция развита. Я стараюсь, вот я такая услышала что-то, думаю, о, надо туда тоже сходить. Как минимум один раз я могу попробовать все, что угодно. То есть я понимаю, если там отклика нет или мне... Но бывают такие ситуации, когда меня приглашают даже на благотворительные мастер-классы, и потом мне не говорят даже «благодарю», а ценный же обмен какими-то энергиями, чтобы ты понимал, что тебя ценят, что не просто так ты пришел, а тебя там «да идите». То есть хочется, чтобы же приятно и самой было, правильно? То есть ты даришь удовольствие кому-то и хочешь самой же получить также в обратное. Вот я стараюсь, чтобы все было как-то гармонично. Я стараюсь сотрудничать с теми людьми, которые тебе отдают. И вот я хочу всем действительно пожелать думать о том, что вы получаете от людей. Тот же самый бизнес, то же самое творчество. Вы же должны не просто сделать и продать игрушку. Мы же должны получить удовольствие от этого процесса. А иначе для чего нам это все тогда? Ты знаешь, Олен, когда начала ты говорить уже про підлітків, про то, как починати свою справу, чем заниматься, много кто из них має свое хобби, свое занятие улюблене и та справа, якою вони хотіли би займатися все життя. Але ж вони починають думати, куди поступити, як вчитися далі, яку отримати професію, спеціальність. Вони закидають те своє хобі і себе переналаштовують і починають вчитися зовсім іншим речам. А от те хобі, воно може вилізти десь в дорослому житті, коли вже людина отримала все, сходила декілька разів на роботу, вже побачила, шишки набила, як то кажуть, і тільки тоді вона починає займатися тим, до чого тягнуло її все життя. Я заметила, что это зависит все равно от родителей. Если родители видят, что ребенок чем-то увлекается, то они не настаивают на поступлении в какое-то высшее учебное заведение, чтобы ради профессии. У меня, например, я хотела журналистом быть. И мне эта профессия тоже очень много дала в плане коммуникации, что я умею, я сама постепенно себя пиарила, да, то есть научилась, умела составлять тексты. Это очень, ну, мне помогло в жизни. И я вот хотела на журналистику поступить. А мои родители не особо вначале понимали, как это все будет. И я их уговорила.
творила, я ходила там, писала статьи, помню, в школе, вот в 11 классе, там же для поступления. Тут очень важно, чтобы родители поверили в ребенка. Да, в современном мире все начинают считать, принесет ли тебе профессия денег. Но а как мы можем быть уверены, принесет ли она нам денег? Бывает, что ты выучишься в какую-то специальность, а тебя никто не берет на работу. Ну, вот, так, вот такое стечение обстоятельств. И ты все равно вынужден переучиваться. Так лучше же тогда заниматься тем, что тебе нравится, хотя бы приятно будет. Справді, кажеш такі слушні речі, Олен, а от ти ж прораховувала, от скільки ти цукру, ну, так, грубо візьмемо, скільки тобі треба цукру, наприклад, там, скільки треба різних, чого ти там використовуєш, я не знаю, там... Сахар, вода і уксус, у мене основні інгредієнти от, і краситель. Ну, так, скільки там в тебе буде фарбників там і всього решта. Ти ж все це прораховувала? Перед началом бізнесу. Перед, ну, от перед початком. Я можу сказати, як я вирішила зробити. Я посчитала, скільки мені треба минимум. Я не просчитывала, сколько мне всего нужно. Я посчитала, что мне для того, чтобы начать, нужно купить, например, 10 маленьких ковриков для 10 деток, там один большой коврик, на котором я все буду собирать, пару ножничек, чтобы можно заменить было, то есть как бы кастрюльку, печечку, то есть самый маленький минимум. А я пам'ятаю, ты ж, коли починала тільки, то приходила с такой маленькой еще плиткой, да, кастрюлька такая дешевенькая. А потом дивлюсь, а в тебе уже все інше. А разница была самая маленькая электрическая, которая стоила там 400 гривен, а сейчас у меня печка, которая больше 5 или 6 тысяч гривен стоит, индукционная, и это не обязательно сразу купить. Это можно покупать каждый раз, как я говорю, ну, с оборота. Ты первый сделала, ты... Закупочку купила, самые закупки, простые силиконовые так, формы, угу. И начала предлагать свои услуги детским центрам. Очень важно... Купили в тебе, чи не конечно. Купили в перший? Ну, первое я всегда рекомендую начинать с благотворительности. То есть вы о себе подорвала. Должны заявить. Да, я первая, угу. Я выбрала несколько детских центров и сказала, что я хочу вам подарить свой мастер-класс, а вы можете либо своих гостей, либо своих сотрудников, либо сотрудников с детьми посмотреть, как я работаю. И мне нужны только от вас фотографии. То есть я договорилась, меня пригласили, я помню, как сейчас тогда лето было, что мы даже на улице проводили там за городом в детском центре. И вот я в двух или трех детских центрах провела мастер-класс. У меня были фотографии, я разместила, создала сайт, попросила мужа, он там разобрался. Сайт очень важен, либо тогда соцсети нужно вести, потому что в современном мире как раз вот тебя и находят через интернет. Коммуникации повинны да. быть, обовязково. Без этого никуда, потому что о тебе же тогда знать не будет. Тебе тогда придется каждому стучаться в двери, а так о тебе в интернете все узнать могут. Просто забить интернет. Имя обязательно себе придумать. Вот я себе тогда придумала Карамель Лена. То есть Карамель Лена. Так, справді, дуже цікава така твоя історія, Оленко, а ти потім вийшла вже на такий рівень, коли в тебе є не лише цукерки, коли ти вже починаєш багато чим займатися, коли ти вже можеш розповісти іншим, коли вже от все це поставлено, так? А що ти будеш далі робити? От, чи є в тебе мрія? Можливо, ти там тортики будеш пекти, чи то не твоє? Ні, моє тільки це карамель і піар. От у мене зараз два направлення, коли я займаюся карамелью і планую в будущому. У меня уже в Минске, кстати, появились ученики, которые открыли даже карамельную мастерскую. Они меня так вдохновили, что я теперь хочу, целенаправленно ищу тех учеников, которые хотят меня пригласить к себе, чтобы ездить не только по Украине, а по миру и открывать карамельные мастерские. Ну, ты молодец. Бачишь, как ты почала? Вот как почала, и вот так вот далеко уже, с далеким поглядом идешь вперед. Ну, это супер. Справді, хочется всем этого побажати, чтобы люди не боялися розуміти, что ваше хобби может перетворить в такую да. справу своего життя. Главное никого не слушать, потому что у меня был период, когда, знаешь, самые первые работы выставляла, они такие неумелые, нежные какие-то, такие вот смешные. И мне кто-то начал писать в комментариях: Лена, ну как ты можешь? Ну все же меня знали как классного пиарщика, маркетолога. И такие, ну как ты могла поменять вот типа такую як сферу? Так оце... Ну как тебе не стыдно такую типа выставлять? Ну и еще, как ты зреагувала на это? Я написала, что по сути я занимаюсь карамелькой только 2-3 месяца. То есть, а пиарщиком я занимаюсь там с 99-го года, это было уже больше 10 или 12 лет. Говорю, конечно, я в пиаре спец, а здесь я только учусь, поэтому ничего страшного. И я просто вот для себя решила, что ну неважно, пусть пишут, мне нравится, это самое важное. То есть, и я вот и постепенно... Ты вот так вот отповедала, ну ты, мабуть, научилась уже загартовываться. Ну, вначале, конечно, что мне было обидно. То есть, угу. Ну, знаете, так хотелось... Плакала, скажи честно. Да, были плакала. Такие моменты, особенно когда кто-то из близкого окружения. Потому что угу. Те, кто дальше, оно же нас не так цепляет. А когда из близкого, ну, могу сказать, что вот я писала вот в свою историю, многим рассказывала, у меня, кроме мужа, никто меня не понял.
У меня даже круг друзей какой-то поменялся. Его, конечно, очень ценно. Он же со мной долгое время швеем был, работал. Сейчас уже, слава богу, не хочет, сам решил. Уже я его отпустила наконец-то. Ну, Оленочка, ну хочется наостанок почути від тебе такі добрі, гарні слова, бо попереду вихідні, може люди там зроблять собі якісь карамельки. Розкажи, з чого їх робити? Рецепт. Нехай вони запишуть і зроблять на вихідних. Да, самое главное, 300 грам сахара, 100 грам воды, довести до кипения. Когда закипает, мы добавляем чайную ложку уксуса, любого, яблочного или столового, или винного даже я добавляла. И варить до появления густой-густой пены. А если мы не добавляем краситель, то цвет тогда будет такой желтый, насыщенный. Я всегда проверяю в стакане с холодной водой палочкой для суши. То есть мы карамель мешаем и быстро опускаем палочку эту для суши в стаканчик с холодной водой. И там карамель должна стать леденцом, твердым. Вот если она не застывает в воде, она не готова. Как только застыла, снимаем с плиты и готовим формочки. Туда ставим обычные палочки, я даже шпажки беру, делю напополам. Также я рекомендую, вот когда с детками, очень классно, если брать даже не формы, а просто белый лист пергамента, наливать просто кружочки, сверху там какие-то цукатики. Да. Ось то так, есть... вот так вылить, дивите, какая краса, так, и это карамелька, але ж так много есть не можно, не рекомендуется. Да, тут чуть-чуть надо брать. Треба есть потрошечки, ну это, я так думаю, на месяц повинно выстачить. Ну, детям, конечно, больше, меньше, чем на месяц, но все равно. И очень хорошо всей семьей собираться и создавать какие-то красивые шедевры. Оленочка, я тобі дуже дякую. Я бажаю тобі успіху, щоб нехай всі твої мрії здійсняться. Ну, а вам, шановні глядачі, хочеться побажати щастя, гарного настрою, ну і супер класних вихідних. До побачення.